Ситуация, когда застройщик приводит в порядок близлежащую территорию, не исключение, но и пока не правило. После очередной стройки, как правило, остаются разбитые тяжелой техникой дороги, тротуары и изрытые газоны. Наглядный пример – улицы в микрорайоне Мамайка. Однако, по словам начальника управления автодорог, здесь застройщики взяли на себя обязательство вернуть территории прежний вид. После совещания, проведенного главой города Сочи Пахомовым Анатолием Николаевичем с застройщиками микрорайона Мамайка, на улицах Анапская, Полтавская, Крымская, Волжская были начаты работы по ремонту этих улиц, по благоустройству прилегающих территорий. Хотелось бы отметить, что данные застройщики, они строятся в данном микрорайоне абсолютно на законных основаниях. Ремонтные работы в микрорайоне Мамайка находятся на завершающей стадии. Уже на днях на месте проблемных участков появится свежее асфальтовое покрытие. Обновят и бордюры. Как отмечают в администрации города, благоустроенная территория возле новостройки и нормальные подъездные пути в интересах самих предпринимателей.